Доброе утро, друзья! Новый день, новые приключения. Сегодня мы с вами отправляемся, по крайней мере, я надеюсь, что мы туда отправляемся, в ботанический сад. Идем в самый большой ботанический сад Москвы. В Москве всего 3 ботанических сада. Давайте посчитаем, сколько раз я скажу ботанический сад в этом ролике. Мы идем в самый большой, который находится недалеко от станции Владыкина. Он же самый старый. 320 гектаров его территория. Он огромный. Я думаю, что это как целый район нашего города. А может даже и как весь наш город. Иду за Машей сейчас на станцию МЦК. И мы с ней, надеюсь, отправимся туда. Сейчас мы с вами идем по парку будущего, который находится в районе ботанического сада. Если быть внимательным, вот там вот уже видно станцию метро «Ботанический сад». Но мы пойдем немножко с вами правее на станцию МЦК. Она находится в минуты ходьбы от станции метро. Ну, вдруг вам пригодится. Здесь в парке будущего очень много развлечений, есть Wi-Fi, вот такие зоны тренировочные. В прошлом году, если вы смотрели мои ролики, то вы, скорее всего, помните эту площадку, потому что здесь я провела немало своих дней. Ну, прогулочек, так скажем, немало провела в этом парке. И есть еще вот такая зона. Думаю, что сегодня еще сюда вернусь. А может и не вернусь, не знаю. Здесь идет какое-то строительство. На самом деле, когда я приехала в первый день, немножко запуталась с метро и потерялась. Вышла не на той стороне. То есть с обратной стороны, вот она станция, а с обратной стороны станции. Вот. Сейчас, я думаю, можно будет пройти здесь и встретиться уже с Машей, потому что Маша подъехала. Симфония специально для вас из японского сада. Небольшой вывод по ботаническому саду. Мы заплатили 500 рублей за двоих. Будни. На 50 рублей дешевле, чем выходные. Мы пошли в японский сад. Там сакура не цвела, поэтому опять же 250 рублей вместо 300 за человека. И мне кажется, оно того не стоит. Территория не сильно большая. Ну вот сам ботанический сад находится под открытым небом, как мы поняли. И он бесплатный. А чтобы пойти на дендрарий, нужно заплатить еще отдельно. Мы сходили в японский, мне этого хватило, мне не понравилось. В Царицыно намного круче. Там целых 3 оранжереи, и все они прикольные.